Играют дети. Пройдет несколько лет, они пойдут в школу. Многих из них наверняка увлечет спорт. И они придут на стадион. Станет ли кто-нибудь из них олимпийским чемпионом? Побьет ли мировой рекорд? И в каком виде спорта? Многое здесь зависит от отбора перспективных спортсменов. Как известно, пригодность подростка для какой-либо деятельности, его потенциальные возможности, наиболее полно обнаруживаются в процессе самой деятельности. Свое свободное от учебы в школе время дети могут посвятить различным занятиям. Большое число школьников привлекают музыкальные кружки и за студии, где они получают эстетическое воспитание. Наш век – век технического прогресса, и ничего нет удивительного в том, что многие дети отдают свое свободное время техническому творчеству. Для юношества характерна и тяга к совершенствованию пластики своих движений, грациозности, координации, гибкости. Танцевальные и балетные школы и кружки помогают найти любимое дело тысячам ребят. Но есть и другие. Те, кто полюбил увлекательный мир спорта, красоту движения, легкость владения тренированным телом. Эти ребята получают удовольствие от первых успехов на уроке физкультуры, подумывают и о спортивной секции. Одним из них нравится футбол, другие жить не могут без хоккея, третьи мечтают о борцовском ковре. Но мало кто из них задумывается, способен ли он заниматься тем или иным видом спорта. А ведь годы упорных тренировок могут оказаться затраченными впустую. И причина тому – неверно избранный для специализации вид спорта. В этом фильме сделана попытка отразить наиболее принципиальные стороны отбора в спорте. Существует две стадии такого отбора – для специализации в том или ином виде спорта и в сборные команды. Для каждой из этих стадий присущи свои специфические особенности. Расскажем о первой стадии. В определенных видах спорта важны проявления различных физических качеств. При отборе в виды спорта, связанные в первую очередь с проявлением качества быстроты, уже на начальном этапе важно выявить уровень ее развития. Например, один из показателей этого уровня быстроты – частота движений. Она выявляется в таких тестах, как бег на месте или бег по разметкам. Быстрота, в отличие от остальных физических качеств, имеет две стадии своего развития. У не занимающихся спортом наивысшая быстрота проявляется в возрасте около 10 лет, а после 17 ее уровень снижается. У спортсменов же после 17 лет уровень быстроты не снижается, а возрастает. Однако природную быстроту можно выявить лишь в 8-10-летнем возрасте. Это необходимо учитывать при отборе. Степень развития силы определяет будущего гимнаста, легкоатлета, метателя, штангиста, гребца. Здесь важно вовремя выявить с помощью тестов, сила каких групп мышц наиболее развита. Например, в приседаниях на одной ноге определяется сила мышц ног. При проверке силовых возможностей надо учитывать вес будущих спортсменов. Эти двое ребят имеют равный вес. Тот, кто большее число раз подтянется на перекладине, естественно, обладает большей силой рук.
А ноги сильнее у того, кто сумеет сделать больше приседаний пистолетиком. В зависимости от результатов, одним можно посоветовать заниматься борьбой, гимнастикой, метаниями, а другим – бегом, коньками, велосипедом, прыжками. Результат отбора во многом зависит от физических данных подростка, его роста, веса. Чем заняться этому мальчику? Может быть, плаванием? Или лучше борьбой или тяжелой атлетикой? А вдруг он найдет себя в метании диска, молота? По своим физическим данным он вполне подходит для специализации в этих видах спорта. Однако помимо этого важен еще один показатель перспективности подростка – скоростные способности. Вот кривая возрастной динамики скоростных способностей, а вот силовых. Они схожи, особенно между 12 и 14 годами. Кривые скорости и быстроты различны. При одинаковом начальном показателе силы преимущество за теми, у кого выше быстрота. Тогда в будущем у них будет выше скорость. Скоростные возможности спортсмена определяются суммарным сочетанием быстроты и силы. Напомним, однако, что если сила развивается в процессе тренировок в значительной степени, то быстрота – малоразвиваемое физическое качество. Поэтому и скорость повышается в основном за счет накопления силы. Во многих видах спорта достижение высоких результатов связано с уровнем развития такого физического качества, как гибкость. Достаточно назвать барьерный бег, плавание, акробатику, гимнастику. На развитие гибкости в большой степени влияет ряд морфологических признаков подростка, в их числе эластичность мышц и связок, форма суставов. Различают в этой связи две формы суставов. Эти ребята отобраны в секцию гимнастики. Развитие гибкости и подвижности суставов стало теперь для них одним из важнейших условий успешных занятий. Тренеру важно знать, что разработка глубоких суставов – дело весьма сложное. Дети с такими суставами, скорее всего, не достигнут хорошей гибкости. Разработка же мелкого сустава – более простая задача. Здесь все зависит лишь от эластичности мышц и связочного аппарата. А мышцы обычно хорошо поддаются тренировке на растягивание. Это надо учитывать при отборе. Максимальные величины гибкости достигаются в возрасте 15 лет. Массовость в занятиях людей спортом – повседневное явление нашей жизни. Пример родителей в так называемых спортивных семьях – наиболее эффективный способ приобщения детей к спорту. Важно учесть и морфофункциональный статус родителей будущего спортсмена, ведь ребенку с генами передаются их телосложение и ряд функциональных особенностей. Например, эти дзюдоисты выступают в одной весовой категории, несмотря на огромную разницу в росте. Неучет этого фактора привел к тому, что распалась такая, казалось бы, перспективная пара в фигурном катании, как Марина Черкасова и Сергей Шахрай. В 13 лет Марина вдруг за год выросла на 14 сантиметров. Среди многочисленных критериев отбора сильнейших, различные в сборные команды, наиболее значимыми являются три признака. Уровень спортивных достижений, динамика спортивно-технических результатов, стабильность выступлений.
Обсуждение кандидатур проводится на заседаниях тренерского совета после заключительных тренировок и контрольных соревнований. Я предлагаю обсудить две кандидатуры. Это кандидатура Семыкина и кандидатура Шабанова. Для комплектования боеспособного коллектива очень важно, чтобы кандидаты в команду имели достаточно высокий уровень спортивного результата. Он должен быть близким к результатам, показанным основными конкурентами из других команд. А чтобы показать наивысший спортивный результат на главных, кульминационных соревнованиях, спортсмен должен обладать определенным двигательным потенциалом, включающим физическую и технико-тактическую подготовленность, психологическую устойчивость и другие качества. Эффективная реализация этого потенциала именно на главных соревнованиях сезона должна обеспечить достижение желаемых спортивных результатов. Семыкин имеет более высокий результат на сегодняшний день, но по своей стабильности прыжков он несколько уступает Шабанову, предположительно, результат которого будет на соревнованиях гораздо выше. Именно поэтому я предлагаю для ввода кандидатов в сборную команду товарища Шабанова. У меня есть два слова по поводу Шабанова и Семыкина, пожалуйста. Товарищи, дело все в том, что Семыкин, в отличие от Шабанова, на сегодня обладает более высоким уровнем спортивного результата. А в предстоящей борьбе на равных с основными соперниками это является наиболее важным фактором. Поэтому моя точка зрения остановиться на кандидатуре Семыкина. И я еще хочу добавить. Помимо этого, у Семыкина наблюдается от старта к старту возрастание спортивных результатов. И пик его спортивной формы прогнозируется именно на главных соревнованиях. Кроме того, показатели его спортивной работоспособности в большей части соответствуют модельным характеристикам сильнейших спортсменов. Так что аргументы в его пользу. Итак, Шабанов поступает обычно стабильнее. Однако по двум другим признакам, уровню результата его динамики, Семыкин выглядит лучше. Поэтому для выступления в соревнованиях был выбран Семыкин. Переходим к обсуждению состава команды в беге на средней дистанции. Александр Владимирович, вам слово. Наиболее реальными кандидатами в команду являются Журавлева, Бердяева и Кремлева. При оценке кандидатов в сборную команду в поле зрения тренеров попадают не только три названных признака. Определенную роль играет и способность спортсменов восстанавливаться в ходе спортивной тренировки. Измерение частоты сердечных сокращений – наиболее доступный и в то же время весьма информативный метод определения степени адаптации спортсменов к нагрузкам. При отборе в сборную команду этим фактором нельзя пренебрегать. Наш анализ предварительный показывает, что по уровню спортивных результатов, по их стабильности, в команду следует включать Кремлёва. А какие результаты имела Кремлёва 2 месяца назад и 2 недели назад? 2 месяца назад у нее были еще более высокие результаты. Как видите, следовательно, мы не вправе ожидать от нее улучшения спортивных результатов. Пик спортивной формы ее прошел. Разумнее в этой ситуации, на мой взгляд, в команду ставить Журавлеву, так как у нее и уровень спортивных результатов не намного хуже, чем у Кремлевой, и способность к мобилизации на главных соревнованиях ее выше. Переходим к барьеристам. Мы довольно подробно изучили возможности старта барьеристов на предстоящих соревнованиях и считаем, что единственным кандидатом, который способен решить все поставленные задачи, является Руслан Мищенко. Остановимся подробнее на одном из признаков, учитываемых при отборе – признаке стабильности, заключающемся в том, что спортсмен, постоянно выступая в серии соревнований, непосредственно предшествующих отбору, показывает результаты, близкие к личному рекорду. При этом важен тот факт, насколько тот или иной спортсмен стабилен в выполнении основных движений. В данном случае речь идет о стабильности биомеханических параметров преодоления барьеров, о динамических характеристиках пробегания различных отрезков дистанции.
На этапе непосредственной предсоревновательной подготовки эти характеристики постоянно контролируются, и на этом основании составляется заключение о стабильности основных движений спортсмена. Это играет весьма важную роль при отборе кандидатов в сборные команды. Дело в том, что Руслан Мищенко на сегодня обладает целым комплексом всех качеств, которые позволят ему успешно выступить в соревнованиях. Он показал серию высоких результатов спортивных, он обладает высоким уровнем стабильности, а также Руслан Мищенко способен, как вы все видели, к высокой мобилизационной готовности. Поэтому мы считаем, что кандидатура Мищенко, пожалуй, единственная на сегодняшний день для постановки в команду. Есть вопросы по Руслану? Нет, с этим парнем все ясно. Ну, все правильно. Да, все ясно. Да. Переходим к другому вопросу. Наряду с перечисленными факторами, влияющими на отбор в сборной команды, важно хорошее здоровье спортсмена, надежный уровень функционирования основных систем организма. Тенденции развития физиологических, психологических и других слагаемых высокой работоспособности спортсменов могут быть выявлены как в ходе тренировочного процесса, так и с помощью специальных медико-биологических исследований. Правильно отбирая одаренных спортсменов, тренеры с самого начала делают возможными их будущие успехи. Напряженные тренировки принесут свои плоды. Их итогом должны стать олимпийские победы.